громко будем хлопать. Хлопать мы будем примерно так, как мы будем встречать каждого конкурсанта, как мы будем встречать каждую их песню, так как мы их будем провожать. Договорились, да? То есть спать, пить сок, мы все будем в перерывах. Бесконечно. Так, дубль два, еще раз. Все, спасибо. Спасибо. Мы готовимся к началу передачи. Мы будем во время передачи хлопать точно так же, как всегда. Здравствуйте! Вас вновь приветствует краевой детский телевизионный конкурс «Пирамида». Сегодня я с особым чувством произношу эти слова, потому что передача у нас сегодня не совсем обычная, у нас передача финальная. Финал — это, ну, почти всегда праздник, я надеюсь, что праздник у нас будет сегодня. И вот с этим самым праздником всех вас, наши дорогие теле и просто зрители, те зрители, которые смотрят нас в первый раз, те зрители, которые смотрят нас каждый месяц в эфире, вот с этим самым праздником вас поздравляют организаторы конкурса «Пирамида». А это Тихоокеанская государственная телерадиокомпания «Владивосток», комитет по делам молодежи администрации Приморского края, и музыкальная студия МСМ Краевого дома молодежи. И, конечно же, с этим праздником вас поздравляет добрый и самый верный, надежный друг пирамиды, который был с ней весь год. Это генеральный спонсор нашего конкурса — страховое акционерное общество «Пирамида». Речь идет об участниках нашей программы. Я не случайно вышел с папкой. Сегодня у нас участников очень много. Я их всех знаю, но очень боюсь забыть. Я надеюсь, что вы с ними познакомитесь лучше и всех будете прекрасно помнить. Сегодня у нас 8 финалистов, 8 победителей 8 отборочных игр первого краевого конкурса «Пирамида». Итак, встречаем наших финалистов. Настя Биланова. Насте 9 лет, она перешла в 3 класс Вайс-колледжа. Настенька, вот ты выиграла у нас самую первую передачу, после этого уже прошел почти целый год. Вот скажи, как твое настроение после первой пирамиды изменилось к самому финалу? Хорошее. У тебя всегда хорошее настроение? Да. Настя Биланова с неизменно превосходным настроением. Яне 12 лет, она учится в средней школе номер 1 села Вольно-Надеждинская. Ян, ну вот после победы на второй передаче, ну, я знаю, что ты стала в селе местной знаменитостью. Вот что от тебя ждут после финала? Я думаю, что победы. Вольно-Надеждинская ждет победы от Яны Терентьевой. Наступила очередь мальчиков, и это очень здорово. Победитель 3-й игры — Лёша Солнцев. Лёше 9 лет, он перешел в 3-й класс средней школы номер 19 города Владивостока. Лёша, ну вот, несмотря на твой маленький рост, ты стал первым представителем мужского пола среди финалистов. Ты стал первым победителем среди мужчин, да, в нашей игре. Ну вот, твои пожелания всем будущим участникам, мальчикам, есть какие-то? Я хочу, чтобы они тоже играли и выигрывали. Лёша Солнцев. Наша самая юная участница финала – это Эля Яценко. Элечке всего 6 лет. 6 лет всего Элечке. Аплодисменты.
Но, тем не менее, она уже перешла во второй класс Вайс-колледжа. Теля, вот такая ты маленькая, тебе вообще не страшно? Нет, мне нисколечко. Нисколечко не страшно Элечке Яценко. Победитель игры под номером 5. Денис Денисов. Денис. Ну, Денису 9 лет. Но видите, он какой у нас большой и солидный, с портфелем. Он перешел в 5 класс в среднюю школу номер 75 города Владивостока. Денис, скажи, пожалуйста, ну, кому бы ты хотела передать приветы? Маме и сестре. Маме и сестре, они в зале? Сестра в зале. Сестра в зале. Денис, Денисов. Мы говорили о самом юном участнике, точнее говоря, участнице. Самая старшая наша участница, ей 16 лет, это Аня Андрусенко. Аня перешла в 11 класс, следующий год у нее в школе последний, мы надеемся. И учится она в средней школе номер 1 поселка Ярославский. Это Харольский район, для тех, кто не знает. Аня, скажи, пожалуйста, вот мы знаем, что ты сочиняешь песни, сама их исполняешь. Но вот после этого конкурса «Пирамида» появится ли в твоем репертуаре песня про пирамиду? У меня есть уже песня про пирамиду, но думаю, что появится еще одна. Так, Аня Андрусенко... Юля Лебедева. Юля перешла в 7 класс, ей 12 лет, и она учится в средней школе-гимназии номер 7 города Арсеньево. Юль, скажи, ну, в городе Арсеньеве кто за тебя сейчас переживает? Наверное, все, я так думаю. Весь город Арсеньев переживает за Юлю Лебедеву. И победительница нашей самой последней отборочной игры, 8-й, она и по счету у нас 8-я, Олеся Яковлева. Олесе 12 лет, она перешла в 7 класс, среднюю школу номер 1, поселка Лучегорск. Это Пожарский район нашего края. Олесь, скажи, пожалуйста, ну о чем ты вот сейчас больше всего мечтаешь? Победы. Я мечтаю о победе. Олеся Яковлева! Еще раз посмотрите на всех участников. И провожаем участников готовиться к первому конкурсу. На нашу пирамиду за эти 10 месяцев, что прошли с первой сентябрьской игры, пришли сотни, буквально сотни, даже говорят там тысячи писем, заявок на участие в нашем конкурсе. Но, увы, такова воля нашего, скажем так, спортивности нашего состязания, это все-таки конкурс, и участвовало в нем всего 32, ну это даже не всего, это 32 юных артиста прошло через наши 8 отборочных игр. Вот за эти самые путевки, путевки уже надежно припрятаны в жюри, и пойдет сегодня, ну не хотелось бы, чтобы это была борьба, давайте назовем так, пойдет сегодня творческое состязание участников финала. А судьбу трех путевок в финал будет решать кто? Жюри! Будет решать наше уважаемое жюри. Итак, сегодня в жюри пирамиды. Заместитель председателя краевого отделения Российского детского фонда Нина Садомская. Тележурналист, популярный тележурналист Тихоокеанской государственной телерадиокомпании «Владивосток» Инесса Обезяева. Наш гость из Хабаровска, это музыкант, композитор, автор детских песен и более того, это автор финальной песни нашей сегодняшней финальной игры Виктор Чесняков. Директор Приморского краевого дома молодежи Александр Иодов.
и представитель комитета по делам молодежи администрации Приморского края Анна Дружинина. В конкурсе я так хитро сказал, но надеюсь, вы дальше все разберетесь, все будет очень понятно. Оценки у нас по пятибалльной системе. Школьная система, кто-то получит пол, кто-то два, ну, может быть, кто-то получит и пятерки. Это будут оценки каждого из пяти членов жюри, а мы будем с вами потом вводить средний балл. Ну и кто в итоге наберет максимальный средний балл по итогам нашего финала, тот и станет, естественно, победителем нашей игры. Это было мое такое длинное вступительное слово, и мы с вами переходим к самому главному. Мы с вами переходим к первому конкурсу. Первый конкурс у нас песенный. Каждый из участников финала споет одну песню, которую он уже пел на пирамиде, которую он пел в своей отборочной игре. Итак, встречаем Настю Биланову с песней «Дождик». Практически гимн Приморского края. Настя Биланова с песней «Дождик». И я приглашаю с огромным удовольствием следующую участницу нашей финальной программы. Это Яна Терентьева с песней «Поговорим». Встречайте! We'll be right back.
ждем, и отвечаешь мне. Все происходит, это ты во сне. Теперь песня, которая не совсем подходит под наше сегодняшнее время, под наше лето приморское. Но я надеюсь, что песня про Новый год, которую исполнит для вас Лёша Сомзак, станет хорошей песней для будущей, для пирамиды следующего года. Давайте будем считать, что Лёша Сомзак делает прекрасное пожелание на будущее нашему конкурсу. Встречайте, Лёша Сомзак, песня «Новый год». Новый год, новый год.
Следующая песня у нас про очень маленьких человечков, которые зовутся гномиками. И поет ее, естественно, наш самый маленький участник, а точнее говоря, участница, 6-летняя Эля Яценко. Встречайте! Чего наши участники меньше всего сегодня хотели бы увидеть свой адрес. Это о такой печальной оценке, в том числе и об оценке, которую они могут дождаться от нашего уважаемого жюри. Речь идет о двойке. Именно так называется песня, которую для вас поет Денис Денисов. Thank you.
Песни, которую сейчас спел Денис, наши разговоры о двойках сегодня закончились. Мы переходим к еще более приятной теме, точнее, куда более приятной теме. Песня называется «Звездный дождь». И эту песню вам дарит, я подчеркиваю, что это ее собственная песня, Аня Андрусенко, которая живет в поселке Ярославский. Встречайте! Падает с неба.
Андрусенко из поселка Ярославский. А из Арсеньева у нас следующая участница. Ее зовут Юля, фамилия ее Лебедева. У нее, правда, песня с таким грустным названием «Одиноко». Ну, насколько грустна эта песня, мы сейчас узнаем. Итак, встречайте, Юля Лебедева. Первый конкурс подходит к концу. У нас осталась одна последняя песня. Ее для вас поет Олеся Яковлева. Олеся Яковлева с песней «Заколдованный край». Встречайте! We'll be right back.
из поселка Лучегорск. Это была 8-я последняя песня нашего первого конкурса финальной игры. Ну, жюри, я уже вижу, они погрузились в раздумья, потому что очень сложно оценить такой калейдоскоп, фейерверк детского творчества. 8 песен, а оценок у нас всего 5. Я хочу сразу предупредить вас, участники об этом знают, жюри об этом знают, что во второй конкурс у нас дальше проходит всего 6 участников из 8. То есть 2 участника, которые получили, ну, самые небогатые оценки, они дальше играть, ну, такова спортивная судьба, не будут. Жюри думает, а у нас небольшой сюрприз. Пускай не обидятся участники всех остальных конкурсных программ «Пирамида», но все-таки первая программа, вот та самая сентябрьская, для нас останется первой и по-особенному дорогой. И вот свой сюрприз, вы узнаете, почему это называю сюрпризом, вам дарят участники первой конкурсной программы «Пирамида» Саша Харченко и Дима Компонет. Саша и Дима, встречайте. И Дима. Жюри готово, я надеюсь, жюри готово взять на себя всю ответственность за свои следующие оценки. Оценка 5 баллов. Пожалуйста, оценки Насти Билановой. 4, 4, 4, 5. Средняя оценка 4,2 балла. Оценки за первый конкурс Яны Терентьевой. 3, 2, 2, 3, 4. Средняя оценка Яны Терентьевой 2,8 балла. Пожалуйста, оценки для Лёши Солнца. 4, 5, 3, 3, 4. Средняя оценка 3,8 балла. Оценки Элли Яценко. 3, 3, 3, 3, 4. Средняя оценка Элли 3,2 балла. Пятый участник Денис Денисов. 3, 3, 2, 5, 3.
Денис получает 3,2 балла. Оценки Ани Андрусенко. Аня получает 5, 5, 4, 4, 4. Средняя оценка Ани Андрусенко 4,4 балла. Или у Ани было 3 пятерки, извините, ради бога. Аня Андрусенко получает 4,4 балла. Оценки за первый конкурс Юлии Лебедевой. 4, 5, 3, 3, 3. Средняя оценка Юлии Лебедевой 3,6 балла. И последние оценки. Оценки Олеси Яковлевой. 5, 4, 5, 5, 5. Так, вот теперь это уж первый конкурс окончательно завершен, потому что подведены его итоги. И я приглашаю на сцену пять участников, которые прошли во второй тур. Итак, во второй тур прошли Настя Биланова, Леша Солнце, Аня Андрусенко, Юля Лебедева. Простите, пожалуйста. Правильно, Леша Солнце, Юля Лебедева и Олеся Яковлева. Итак, я приглашаю на сцену участников второго конкурса. Встречаем их дружными аплодисментами. Стоп. Это не долго. Понятно. Ты правильно понимаешь? Танцевальная перемена. Да? Нет, меняют. Можно сделать танцевальную перемену по такому случаю. Да? Итак, небольшая танцевальная перемена. Он был красив, безумно самоотвержен. Мне он сказал, что сюда легко станет. Ну а теперь навеки мною повержен. Yeah.
Этап нашего финала проходят 5 участников. Встречаем их появление на сцене дружными аплодисментами. Итак, участники второго конкурса — Настя Биланова. Леша Солнцев. Аня Андрусенко. Юля Лебедева. И Олеся Яковлева. Пирамида. Итак, у нас осталось ровно 5 финалистов. По одному на каждого члена жюри. Второй конкурс у нас достаточно сложный. Он пройдет у нас целых 3 этапа. У вас будет 3 конкурсных задания. Ну, не каждый из них большое, но, тем не менее, 3 – это, как всегда, много. Итак, слушайте внимательно задание номер 1. Сейчас вы должны будете по очереди, ну, как я к вам подойду с микрофоном, исполнить один куплет, 4 строчки буквально, одной из песен, которые звучали на пирамиде. Естественно, кроме тех песен, которые звучали здесь сегодня в рамках финала. Понятно задание? Всем понятно? Итак, по 4 строчки одной из песен, которые звучали на пирамиде. Итак, ну, начнем с самой старшей. Аня, пожалуйста, 4 строчки, которые... Ну, любой из песен, которые были на пирамиде на конкурсе. Так, ну я хочу исполнить... отрывок из песни Марины Сидякиной «Ветер».
Мы улетим на белых крыльях и больше никогда не будем грустить. Любовь осталась в наших листьях, такого детства никогда не забыть. Седой волшебный летний ветер, скажи, куда теперь ты летишь? Скажи, куда, куда теперь ты летишь? Спасибо, это была Аня Андрусенко. Абсолютно такое же задание для Олеси Яковлевой. Олеся, пожалуйста. Я глаза открою, небо посмотрю, белый облачный край. Я боюсь, но туда хочу, нарисую буду птицы, я тебе закричу, но я молчу. Разбитая посуда, в потолке дыра, здесь гуляет ветер с ночи до утра, и только рыженький щенок забился в угол и рычит, он мне не верит. Лёша Солнцев. Настя, готова? Не готова. Так, ну давай, Юля, пока. Так, Юля Лебедева, аплодисменты. Я хочу исполнить песню, которую поет Лена Кускова. Можешь просто мне не поверить, ты к этому готов. Но зовет далекий берег страна больших цветов. Юля Лебедева. Браво! У нас осталась одна единственная участница, Настя Биланова. Настя, пожалуйста. Я хочу исполнить песню Эли Яценко. Песня Эли Яценко. Держи, пожалуйста, микрофон. Раз, два, три, раз, два, три, да веселиться до зари. Раз, два, три, раз, два, три, да веселиться до зари. Каждый из участников справился, ну, в меру своих возможностей с нашим первым заданием второго конкурса. Ну, второе задание, я не знаю, оно сложнее или проще, это уж участникам решать. Но, пожалуйста, внимательно условия второго задания. Сейчас для каждого из вас будет звучать такая небольшая инструментальная фонограмма, ну, вполне известных наших российских песен, эстрадных. И играем с вами в угадайку, да? То есть угадаете вы мелодию или нет? Вы должны назвать, что за песня, ну, естественно, кто ее исполняет. Итак, пожалуйста, я признаю сразу, что я не такой знаток, как наши участники, это я понял давно, поэтому у меня есть шпаргалка. Ну, в том числе для того, чтобы правильно отмечать ответы. Итак, пожалуйста, фонограмма, которая звучит для Юли Лебедевой. Плачет чайки над волною. Первый раз прошептала ты прощай. В первый раз ты поверила припою. Не жалей, все вернется, так и знай. Юля Лебедева, песня Андрея Державина, которая называется совершенно верно «В первый раз». Так, наша фонограмма для Насти Билановой. Настенька, слушай внимательно. Вадим Казаченко. Она называется, по-моему, «Желтая луна». Я точно не помню. Попробую напеть. Я некоторые слова не помню. Настенька, все слова знать не обязательно, ну хотя бы про кого песни примерно, про кого там чаще всего поется, в припеве.
участников вспомнил, вы понимаете, наш теперь уже самый молодой участник волнуется. Итак, Настя Биланова, это был ее ответ, правильно, совершенно верно. Вадим Казаченко, песня «На летящем коне». Да-да-да, ты верно угадала все. Итак, наша фонограмма для Леши Солнцева. Леша, слушай внимательно. Леонида Агутина. Есть другие варианты, Леш? Так, ну будем считать, что это песня Леонида Агутина, да? Ну, Леша немножко ошибся, ничего страшного. Это песня Дмитрия Маликова «Спой мне». Так, Аня, готова? Фонограмма, пожалуйста, для Ани Андрусенко. Так, Ань, как? Нет ответа, да? Пока нет ответа, у каждого участника будет еще вторая попытка. Так, ответы из зала не принимаются. Ответы принимаются только у меня. Ирина Аллегрова, «Игрушка». Так, мне похлопайте, пожалуйста. Я прочитал правильно. Так, фонограмма для Олеси. Это еще и твоя любимая песня, да? Кристина Орбакайте «Кошка». Так, мы идем по второму кругу. Каждый из участников, кто не справился, ну, может немножко поправить свои ошибки в нашем первом туре. Ну, давайте в том же порядке. Пожалуйста, для Юли. Эту песню поет Леонид Агутин «Босоногий мальчуган». Ну, по-моему, нет, да? Нет. Нет. Вот у меня написано, что это про мальчугана, может быть, даже про босоногого, поскольку он бродяга, а песню поет Андрей Губин. Нет. Да, Андрей Губин, мальчик-бродяга. Аплодисменты. Ну, про мальчика-то угадала? Так, кому следующему мы задавали вопрос? Настеньке, да? Так, пожалуйста, фонограмма для Насти Билановой. Не знаю. Настенька, к несчастью, не знает. Песенка, ну, про такую цветок, да, даже игрушка такая есть, «Колокольчик» называется, и поет ее Наталья Сенчукова. Знаете такую песню, да? Ну, Настя, ничего страшного. Так, у нас Леша последующий, да? Так, Леша готов? Леша готов? Так, Леша, ну? У меня нет ответа. У Леши нет ответа, но он честно в этом признался. У нас сегодня финал, у нас сложные задания довольно-таки. Так, аплодисменты Леши. И фонограмма для Ани Андрусенко. Я искренне в затруднении, Аня. Нет, я не помню. Знакома, но не помню.
не помню. Так, музыка знакомая, ну, я вот честно говоря, я не знаю, я просто читаю. Это Ирина Понаровская «Рябиновые бусы». Вот, Аня теперь вспомнила. Мы предупреждали, что это не совсем легкое задание, поскольку это даже не вступление к песне, это один из проигрышей. Ну, а проигрыши там разные вариации бывают, но музыканты поймут. Так, Олеся Яковлева, я так понимаю, это последняя фонограмма. Это не то. Олеся Яковлева, последняя фонограмма для Олеси. Нет, ну ответ простой, тишина. «Человек дождя» Наталья Книжинская. Я вот не знаю, но так написано, правильно? Так, у каждого из участников было ровно две попытки по две фонограммы. Как они справились, жюри оценивает эту часть нашего второго конкурса. И последняя, третья часть. Но вот для этой третьей части нам понадобится, совершенно верно, для этой третьей части нам понадобится сразу два еще микрофона. Значит, внимательно слушаем задание. Сейчас каждому из вас, Настенька, Лёша, на микрофон не отвлекайся. Значит, каждому из вас я дам по одному листу, где написан текст песни, который называется «Морячка». У нас край морской, у нас, кроме всего прочего, еще и день моряка, и день рыбака в этом месяце. Даю вам текст песни «Морячка». Там выделены желтым цветом ваши слова, которые вы должны будете петь. Значит, вам включают фонограмму. У кого выделены первые слова, тот начинает, у кого вторые продолжает. Там по 4 строчки. И каждый из вас будет петь ровно 2 раза. Запомнили, да? Каждый из вас будет петь 2 раза. Там на листке еще с обратной стороны есть для вас текст. Все, собрались? Так, пожалуйста, вытягиваем свои листы, свои тексты. Обратите внимание, пожалуйста, где начинается песня и где она заканчивается. Ваши слова выделены желтым цветом. Вы готовы все? Так, жюри готово, зрители готовы. Давайте поаплодируем участникам.
театр песни у нас получился, театр песни конкурса «Пирамида». Ну, все, насколько я видел, справились с заданием в том плане, что они успели в нужный момент вступить. Вот. Там были кое-какие пропуски, я объясняю это для жюри. Это были те самые слова, которые отводились шестому участнику. Но если бы я умел петь, я бы за него спел, конечно. Но я не стал тревожить ваш слух. Итак, еще раз аплодисменты участникам и провожаем их в зал. Нашему уважаемому жюри предстоит оценить итоги второго конкурса. Это было целых три задания, они пока считают. А для вас вновь гостья нашей сегодняшней финальной программы. Еще одна участница конкурсной программы «Пирамида» Таня Рубан. Аплодисменты, Таня Рубан. Песенка про самую популярную игрушку для девчонок всего мира последних лет. Песенка про куклу Барби. Встречаем Таня Рубан, песня «Барби».
участница 8-й отборочной игры конкурса «Пирамида». Спасибо, Таня. Ну, самый напряженный, самый ответственный момент – это оценки жюри по итогам второго конкурса. Итак, в том порядке, в котором участники выступали в самом начале. Пожалуйста, первые оценки за второй конкурс – оценки Насти Белановой. 3, 3, 4, 4, 3. Солнцева. 5, 5, 5, 4, 3. Леша Солнцев получает среднюю оценку 4,4 балла. Оценки за второй конкурс Ани Андрусенко. 4, 4, 4, 3, 3. Средняя оценка Ани Андрусенко 3,6 балла. Оценки за второй конкурс Юли Лебедевой. 5, 5, 4, 4, 4. Средняя оценка Юли Лебедевой 4,4 балла. И последние оценки, оценки Олеси Яковлевой. 5, 5, 5, 5, 5. Средняя оценка, это понятно всем, 5 баллов. Участников финальной игры. Давайте встретим их аплодисментами. Пожалуйста, Настя Беланова. Яна Терентьева. Леша Солнцев. Эля Ясенко. Денис Денисов. Аня Андрусенко. Юля Лебедева. Олеся Яковлева. Я еще раз вам напоминаю, что 9 конкурсных программ краевого, первого краевого детского телевизионного конкурса «Пирамида», который сегодня, увы, заканчивается, для вас придумали, организовали и провели Тихоокеанская государственная телерадиокомпания «Владивосток», Комитет по делам молодежи администрации Приморского края, музыкальная студия МСМ краевого дома молодежи. Естественно, не обошлось, ничего у нас бы не получилось без нашего доброго, без нашего постоянного друга, нашего генерального спонсора, страхового акционерного общества «Пирамида». Жюри у нас героически подводит итоги. Я так понимаю, что у нас возникли некоторые сложности. Ну, это, естественно, сегодня все-таки 8 участников. Есть у нас победители? У нас нет победителей. Слово жюри, да? Так. Слово жюри, пожалуйста, Инесса Обезяева. Настя Беланова получает 7,6 балла. Леша Солнцев получает 8,2 балла. Аня Андрусенко получает 8 баллов ровно. Юля Лебедева получает 8 баллов ровно. Олеся Яковлева получает 9,8 балла. Как вы понимаете, у нас два лидера, это Олеся Яковлева и Леша Солнцев, и Аня Андрусенко и Юлия Лебедева получили по 8 баллов. Мы посовещались здесь и решили, что право третьей путевки
они сейчас разыграют спев акапельно любую руссконародную песню. Первый куплет и припев. Так, задание понятно? Так, давайте немножко шаг вперед. Кто будет петь у нас? Так. Так, микрофон, пожалуйста, Аня. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой, по Дону гуляет казак молодой. Аня Андрусенко. Так, Юлия Лебедева. Колокольчик голубой, Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой? Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой? Дилинь, дилинь, дили-ли-ли-ли-ли, дилинь, дилинь. Спасибо, это у нас был суперфинал финального конкурса. Вот так вот русскими народными песнями у нас решается судьба путевок в Японию. И это правильно. Уважаемые жюри, по пятибалльной системе или вы сразу говорите итог? Так, слово жюри. Вот даже техника не выдерживает. Да, и даже такое напряжение, мы здесь все сами вот... Не знаю, прям кому отдать предпочтение, вернее, мы решили, кому отдать предпочтение. Мы считаем, что вот в этом конкурсе победила Юля. Юлия достается третья путевка в Диснейленд. Итак, у нас, довольно неожиданно все имена, точнее говоря, имена трех победителей уже названы, но в начале у нас... Абсолютно всем нашим юным артистам, абсолютно всем нашим юным звездочкам нашего первого финала пирамиды цветы от цветочного салона Арктотис. Аплодисменты участникам финала. И не только от салона Арктотис, цветы от поклонников. Абсолютно всем нашим 8 финалистам особые призы. Абсолютно всем нашим 8 финалистам наши традиционные сладости. Сладости от Комитета по делам молодежи администрации края. Абсолютно всем нашим 8 финалистам призы от генерального спонсора нашей программы, от страхового акционерного общества «Пирамида». Это призы игрушки от предприятия «Саманган». Призы от генерального спонсора, тоже традиционные призы на наших последних играх. Сегодня очень много призов. Итак, призы от генерального спонсора страхового акционерного общества «Пирамида» дарит вам, дорогие наши участники финала, призы от предприятия «Саманган». Еще призы, которые достаются всем финалистам. Но для этого я приглашаю на сцену руководителя студии МСМ Краевого дома молодежи Алексея Макаренко. Дорогие ребята, мы также подготовили вам свои небольшие такие призы. Пусть это альбомы, фотоальбомы с фотографиями
ваших выступлений. Пусть они напомнят вам о наших конкурсах, о наших выступлениях. И также мы учредили свой специальный приз за участие во всех телевизионных программах детского конкурса «Пирамида». Анечке, маленькой Анечке Фишечке, которая помогала нам в организации и проведении наших конкурсов. Анечка! Анечка! Анечка, пожалуйста, вперед! Анечка, Анечка! Анечка! Анечка так привыкла помогать делать добро другим, чтобы сама про себя уже забыла. Анечка, наша постоянная помощница, пожалуйста. Специальный приз для Анечки, она же Фишечка. И главные призы. Путевки. Путевки, куда мы это обещали целый год. И мы свое слово сдержали. Краевой комитет по делам молодежи трем победителям сегодняшней финальной игры, а значит и победителям всего краевого конкурса, первого краевого детского телевизионного конкурса «Пирамида», путевки в Диснейленд. Путевка в токийский Диснейленд Олеси Яковлевой. Путевка в токийский Диснейленд для Лёши Солнцева. Путевка в токийский Диснейленд для Юли Лебедевой. Итак, в августе месяце этого года три победителя нашего телевизионного конкурса едут в Японию. Пожелаем им счастливого пути. Это главные призы нашего конкурса, нашего первого конкурса «Пирамида». Но это еще не все. Я предоставляю слово одному из главных представителю одного из главных организаторов нашего конкурса. Это государственная телерадиокомпания «Владивосток». Слово Инессе Обезяевой. В течение года на студию телевидения пришло около 1000 писем, где ребята и их родители называли наиболее понравившихся исполнителей. Среди лидеров стали Марина Сидякина, Саша и Саша Попова. Но наибольшее количество писем пришло в адрес Саши Харченко. Телезрители, телерадиокомпания «Владивосток» учредила свой приз. Куклу Барби получает Саша Харченко. Саша Харченко, обладатель приза зрительских симпатий. Это еще не все. Наш традиционный, наш специальный приз от генерального спонсора, от страхового акционерного общества «Пирамида». Слово представителю «Пирамиды». «Пирамида», мы однофамильцы. Слово представителю страхового общества «Пирамида» Людмиле Ерохиной. Дорогие друзья! Страховое акционерное общество «Пирамида» поздравляет вас с сегодняшним праздником и участников, и зрителей. И наш традиционный приз, счастливый талисман «Енот осенью» мы хотим вручить очаровательной, совершенно очаровательной белоснежке Эле. Специальный приз страхового акционерного общества «Пирамида» для Эли Яценко. Общество «Пирамида» желает всем вам здоровья, счастья и процветания. Всем нам мира в нашем доме. Спасибо, спасибо уважаемому генеральному спонсору. «Пирамида» говорит спасибо «Пирамиде». И это еще не все. Специальный приз, который предоставил дом отдыха «Седанка». Это приз для одного из участников нашей
конкурсной программы за весь год и приз для, ну, одного из родителей этого участника. Я уж не знаю, мама это будет или папа, может быть, даже бабушка или дедушка, а может быть, и младший братик или сестренка. Итак, приз от дома отдыха «Седанка» — это путевки в этот дом отдыха, ну, естественно, путевки бесплатные. Этот приз вручается Тане Рубан. Танечка Рубан, с кем поедешь в дом отдыха? С мамой. Таня Рубан вместе с мамой получает приз, путевку в дом отдыха «Седанка». Путевка в дом отдыха «Седанка» для Тани Рубан. И это еще не все. Приз Дома молодежи. Слово директору Приморского краевого Дома молодежи Александру Владимировичу Иода. Дорогие ребята, уважаемые гости и родители, вы знаете, что организатором этого конкурса явилась наша музыкальная студия под руководством Алексея Макарова. Все ребята, практически все, которые сегодня здесь выступали, они проходили репетиции на сцене Краевого дома молодежи. Я хочу сказать, что эти ребята постоянно принимают участие на всех наших мероприятиях. И сегодня хотелось бы сказать им большое спасибо. Большое спасибо родителям, дедушкам и бабушкам. Мы вас всех любим, мы вас всех ждем в нашем Доме молодежи. Разрешите мне? Но больше всех принимала участие на наших мероприятиях Попова Саша. Специальный приз Приморского краевого дома молодежи. Так, столько призов, что не мудрено запутаться. Итак, специальный приз Приморского краевого дома молодежи для Саши Поповой. И это еще не все. Естественно, в стороне от нашего детского конкурса не мог остаться и Российский детский фонд, а точнее говоря, его Приморское краевое отделение. Я с удовольствием предоставляю слово заместителю председателя Приморского отделения Российского детского фонда Нине Ивановне Садомской. Детского фонда на протяжении всего этого, всех этих конкурсов, также принимала участие. И мы внимательно следили за всеми вашими выступлениями. И сегодня мы тоже вносим свою лепту и награждаем вот этим замечательным подарком, ну, того, кто больше всех стремился к победе. Может быть, он не был самым первым, но я думаю, что вы с нами согласитесь. И мы награждаем сегодня Яшу Прокопенко. Яша Прокопенко, обладатель специального приза от Российского детского фонда. Яша Прокопенко, город Владивосток. Но и это еще не все. Мы специальными призами, вот этими замечательными книгами, мы награждаем очаровательных наших участниц. Это Лена Рыжова. Лена Рыжова, участница конкурсной программы «Пирамида». Лена Кускова. Лена Кускова. И Марина Сидякина. И Марина Сидякина, город Владивосток. Огромное спасибо всем тем, кто смотрел этот конкурс. Огромнейшее спасибо всем тем, кто этот конкурс делал. Огромное спасибо всем тем, кто
помогал и участникам, и организаторам нашего первого краевого телевизионного конкурса «Пирамида». Счастья вам, здоровья, радости. И я надеюсь, до новых встреч на нашем конкурсе. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго вам желает детский телевизионный конкурс «Пирамида». Чтобы не было.